Минута без присмотра и страшные последствия. Накануне в Иркутске с первого этажа дома упал годовалый мальчик. Он и его трехлетний брат забрались на подоконник, когда родители были в другой комнате и открыли окно. В итоге малыш сорвался. Его доставили в больницу. Аналогичный инцидент произошел 7 марта снова в Иркутске. Из окна пятого этажа выпала полуторагодовалая девочка. Она также была госпитализирована. Всего с начала года уже 5 детей пострадали при таких обстоятельствах.